А что такое посев? Вы часто про это упоминаете. Посев – это когда вы берете ваш чудесный ролик и размещаете его, сеете его, допустим, в социальных сетях, в группах, где это присутствует. Потребность в вашем ролике. И больше информации, то есть заходите в на канал Школы видеоблогеров, там есть очень много про посев, как правильно делать посев, что такое посев, посев ВКонтакте, посев в Фейсбуке, посев в Инстаграме, смотрите там и, ну, суть понятна, да, что вы просто сеете ваш ролик там, где возможно, когда на него обратят внимание, он там стрельнет. Пора барабан.